Привет, друзья! Внезапный четвертый выпуск. Я начну с того, что сообщу о том, что мы переехали со вторника на пятницу. Так новости не будут портиться за выходные, а мы постараемся их делать больше и интереснее. Приступим. Начнем сразу с горячих новостей про MacBook Pro. Казалось бы, фейл с перегревом никак не вылечить, и это попадалово. Но Apple неожиданно выкрутилась. Оказалось, что проблема в неком софтверном ключе, который ответственен за работу системы охлаждения. Apple оперативно выпустила патч, и проблема исчезла. Даже Дэйв Ли, который изначально обнаружил ее, снова протестировал MacBook Pro и признал, что теперь все работает даже быстрее, чем в холодильнике. Мне кажется, мы недооцениваем возможности софтверных патчей. Антипиратскую систему защиты Denuvo знают, наверное, все геймеры. И тихонько проклинают ее, создателей и всех, кто применяет ее в играх, за то, что она непомерно жрет ресурс. Denuvo использует контрольные суммы, которые генерируются в зависимости от процессора. Таким образом, реализована привязка к железу. И вот Кул Хацкер с ником Voxy из группы Revolt написал генератор таких контрольных сумм и решил со всем этим поделиться на Reddit. Недолго музыка играла, и за 21-летним пареньком пришла грозная болгарская киберполиция. Voxy арестовали, изъяли сервер и компьютер, а чуть позже на Reddit появилась его новая запись, где он сообщает, что больше не будет заниматься подобными вещами и вообще теперь будет выращивать цветочки и переводить бабушек через дорогу, когда выйдет из тюрьмы, как я понимаю. Громоздкие зеркальные камеры постепенно сдают позиции. Если раньше думали брать Nikon или Canon, то сейчас выбирают между Sony и Panasonic. Nikon такое не по душе, и она все пытается найти себе место в новом красивом мире без зеркалок. Первая попытка была так себе. Система Nikon 1 совсем недавно окончательно усохла. Теперь же интернет полнится слухами о новой беззеркальной камере Nikon. На этот раз полнокадровой. Для камеры разработали новый байонет, но обещают и переходник на F-mount, ведь для него уже сделали миллион объективов. Пока что есть только несколько картинок и тизер от самой Nikon, но он настолько загадочно темный, что там ни черта не видно. А в новом смартфоне Sony Xperia XZ3 будет всего одна основная камера, зато с разрешением 48 мегапикселей. Сначала утекли рендеры нового смартфона, на задней панели которого виден только один модуль камеры. Потом на GFX Bench появились характеристики неизвестной модели, у которой камера 47 мегапикселей. И еще чуть позже Sony анонсировала новый модуль IMX586. Сложив все эти факты воедино, человечество пришло к выводу, что это и есть новый флагманский смартфон Sony Xperia XZ3, который обещают показать 30 августа. Днем камера будет снимать с полным разрешением 48 мегапикселей, а для повышения качества в сумерках соседние пикселы будут объединяться в кластеры, а общее разрешение составит 12 мегапикселей. Так картинка получится детализированнее и с меньшим количеством шумов. Motorola попала в западню, которую сама себе вырыла. Я говорю о линейке смартфонов Z, для которых разработана целая экосистема модулей. Камеры, колонки, проектор, из-за них дизайн линейки уже никак не поменять. Поэтому новый Moto Z3 Play выглядит так же, как выглядел Moto Z2 Play, а до него Moto Z Play. Неплохая работа у ответственного за дизайн линейки. В международной версии обещают свежий середнячок Snapdragon 636. Экран с разрешением Full HD Plus и соотношением сторон 18:9 и два варианта памяти — 4 и 6 гигабайт. А вот новый E5 Plus показывает, что даже когда тебя не сковывают какие-то шаблоны, все равно получается то же самое. Зато линейка One, кажется, будет интересной. Пока что появились характеристики только одной модели — One Power. Но его название уже говорит о том, что это версия с более емкой батареей, и явно будет еще просто Motorola One. Так вот, аккумулятор у него действительно очень ок — 4850 мАч. И это при том, что внутри энергоэффективный очень неплохой 636 Snapdragon. Памяти может быть 3, 4 или 6 гигабайт. А вот с хранилищем немного намудрили. Есть версии с 64 гигабайтами и 32. Ну, 64 я еще могу понять, но 32... В общем, с такой конфигурацией и автономностью и производительностью One Power будет очень хороший. Останется только посмотреть, как снимает сдвоенная камера. Мы уже знаем, что Samsung собирается выпустить складной смартфон с гибким экраном, который будет называться Galaxy X. И вроде бы мы его даже увидим в январе следующего года. Основной проблемой была разработка гибкого аккумулятора, но вроде бы и этот вопрос Samsung уже решила. Но Huawei решила обойти Samsung и выпустить такой смартфон быстрее. И для этого обратилась к китайскому производителю BOE, который как раз занимается разработкой гибких экранов. Huawei вообще любит такие штуки. Быстрее всех выпустить свою модель с новой технологией. Правда, ограниченные серии, но все равно, видимо, моральное удовлетворение они от этого получают. Так было с сапфировым стеклом, с Force Touch. Я вам говорю, если станет известно, что Apple или Samsung готовят треугольный смартфон,
Huawei в быстром темпе начнет разработку своей ограниченной серии треугольных смартфонов. Тем временем на Марсе нашли целое подземное водохранилище. Не какого-нибудь там льда, а самой настоящей воды в жидком состоянии. Изучая данные, полученные аппаратом Mars Express, который летает на орбите Марса с 2003 года, ученые нашли 20-километровое озеро. Примерно такие же озера есть и на Земле в антарктических льдах. Примечательно то, что везде на Земле, где есть вода, обнаруживается и жизнь. Это касается и антарктических озер. Так что совсем скоро, я думаю, мы услышим про новые миссии на Марс, целью которых будет пробурить скважину до этого озера. Правда, бурить придется 1,5 километра. Это, конечно, минус. А закончим выпуск еще одной новостью на космическую тематику. Правда, она уже касается практически всех. Сегодня будет самое продолжительное за последние 100 лет лунное затмение. Земля заслонит собой солнечный свет, и до Луны будет доходить только красное длинноволновое излучение. Поэтому мы и увидим кровавую Луну. В Украине затмение начнется в 22:30, максимальное затемнение будет 23:21, а закончится все уже 28 июля 00:13. Так что затаривайтесь биноклями, выезжайте за пределы освещенных городов и наслаждайтесь. И не забывайте ставить лайк нам за это видео. До следующей пятницы.